Здравствуйте, уважаемые ученики. Казалось, что в 2018 году биологию сдали хуже всех из всех предметов. И у нас было около 17% не сдавших, то есть тех, которые не прошли порог. И 100 бальников у нас чуть ли не меньше всех из всех предметов. Примерно 0,1%. Я, знаете, к чему хочу подвести? К тому, что не просто сказать то, что биология очень трудная, а то, что биология большая, и надо очень много читать и проходить определенные тестирования. А это значит использовать систему онлайн-тестов. Я создал эту систему, она очень эффективна. И почему очень рекомендую данную систему? Дело в том, что ученики постоянно подвергаются какому-то обману. Они что-то читают, они что-то, какую-то информацию получают, но, во-первых, не всю информацию они получают. Во-вторых, эта информация, поступая в их сознание, она не проверяется полностью. И как ее проверять, как ее проконтролировать? Это, конечно же, путем тестирования. Программа все контролирует, каждый шаг, огромное количество заданий в ней. И не только тесты ЕГЭ, но и авторские тесты, которые страхуют от любых других заданий ЕГЭ. Добрый день, хочу несколько слов сказать о системе онлайн-тестов. В 2018 году она заработала в очень-очень серьезном качестве. Я думаю, что 20 моих учеников, которые сдали от 82 до 98, как раз они получили эти результаты в результате того, что они использовали данную систему. Она не имеет, совершенно не имеет аналогов в России, я уверен. Во-первых, никто всю базу тестов не выложил в таком интерактивном варианте. Во-вторых, никто о видеозаписи всех занятий не выкладывал из офиса. Ни один профессиональный репетитор с таким количеством учеников в России точно с таким опытом не выкладывал. Я имею в виду по биологии репетитор. Вот, поэтому и авторские тесты, которые страхуют еще от всех новых вопросов ЕГЭ, там есть. Это уникально. В системе онлайн-обучения по биологии у меня имеются очень-очень подробные лекции. Эти лекции я перепроверяю, буквально каждое слово в них перепроверяю и даже постепенно могу изменять и совершенствовать. Это первое преимущество данной системы. Многие ученики читают какие-то учебники, читают что-то, но в биологии настолько разные источники, настолько своеобразно в них все написано, и совершенно непонятно, имеет ли это отношение, какое-то отношение к ЕГЭ. Поэтому я сам пишу свои материалы как автор, потому что я практикую каждодневное обучение огромного количества учеников. Я себе не представляю, как можно составлять какие-то ресурсы для ЕГЭ по биологии, не занимаясь ежедневной, повседневной практикой подготовки у учеников. Я имею в виду качественный ресурс. В моей системе онлайн-обучения также имеются и подробнейшие презентации с очень-очень интересными иллюстрациями. Очень много учеников-визуалов, которые хотят именно видеть материал. И вот у них есть такая возможность его видеть. И я хочу сказать, что это очень-очень серьезное преимущество. Дело в том, что презентации разработаны для всего годового обучения, то есть для всех 6 лет. Программы биологии существуют у меня очень-очень-очень подробные презентации, в том числе даже для задач. И ученики, которые используют онлайн-систему, которые учатся у меня на мини-группах онлайн и в офисе в центре Москвы, они имеют доступ к этим презентациям, как и к авторским лекциям. В системе онлайн также имеются и тесты ЕГЭ по биологии. Вы скажете, что тесты ЕГЭ, очень много их можно найти в интернете, но это совершенно не так. Вся база тестов ЕГЭ по биологии, проверенная мной, та, которая была создана именно ФИПИ, а не какими-то фальшивыми сторонними организациями, которые делают очень много ошибок,
в тестах, и совершенно некорректные задания придумывает ученик потом их. Делая, он приходит, проваливает ЕГЭ. Он какие-то неправильные ответы дает, сразу же теряет баллы, но в моей системе онлайн все, которые были в истории ЕГЭ по биологии, тесты имеются. На всех занятиях своих я даю возможность их видеть, ими заниматься, то есть проходить эти тесты. Это совсем другой уровень качества подготовки, поверьте, в образовании самое главное качество. В моей системе онлайн также имеются и авторские задания, которые очень-очень подробные, они углубляют программу ЕГЭ. В чем их особенность и зачем они созданы? Дело в том, что ученик приходит на ЕГЭ, он целый год делал разные задания ФИПИ, но он видит совсем другие задания, он может увидеть совсем специфические формулировки, и он будет не знать, как на них отвечать, если он глубоко не понял биологию, если он не понял глубинные связи в предмете. И тогда ему потребуется действительно, вот я это уже знаю, что ему могут потребоваться очень-очень серьезные задания, которые углубят предмет и которые застрахуют его от любых новых заданий. В этом году, в 2018 году, были очень своеобразные задания, очень сложные. Только те, кто глубоко понимает биологию, смогли на них ответить. Для ДВИ в МГУ у меня есть углубленные тесты и тесты с одним вариантом ответа. Они, конечно, нужны и другим ученикам, которые готовятся к ЕГЭ для глубокого осмысления биологии, для более подробного. Но для ДВИ в МГУ они очень-очень сильно помогают, в том числе, как и все другие материалы. Они достаточно длинные, это очень такие подробные, серьезные тесты, которые надо проходить. И они позволяют огромные тексты писать в МГУ. Это может закончиться тем, что когда ученица одна моя пришла в этом году, в 2018 году, и писала ДВИ в МГУ, она его написала на 98 баллов, она открыла вопросы и поняла, что у нее такое количество знаний, что она может не успеть написать. Ну, тогда она отказалась от черновика и стала сразу все в четверике писать и написала огромное количество подробнейших ответов. Соревновательность в моей системе онлайн очень сильно потрясает учеников, на самом деле. Ученики очень зажигаются в биологии и сдают на крайне высокий балл. Почему? Дело в том, что все их действия в системе онлайн, просмотр презентаций, лекций, прохождение тестов, просмотр видео, все это учитывается программой и за все начисляются очки. А в итоге система ведет рейтинг учеников. Ученики видят, что их кто-то опережает, они начинают активнее делать домашние задания, которые можно, кстати, в телефоне делать, потому что там все адаптировано под телефон, не только под планшет, компьютер, ноутбук. Ученики очень-очень-очень сильно заинтересовываются, занимают первые места в рейтинге, начинают как бы интеллектуальные такие сражения, и тогда это все работает на сдаче ЕГЭ на 90-100 баллов. Для различных учеников, которые не имеют возможности посещать мои мини-группы в центре Москвы или учиться онлайн, имеются видеокурсы. Два видеокурса «Стань биологом» и «Наилучший». «Стань биологом» — это видеокурс для, в основном, ОГЭ по биологии. И видеокурс «Наилучший» — он охватывает программу старших классов и нацелен на сдачу ЕГЭ по биологии. Однако для сдачи ЕГЭ по биологии необходимы оба видеокурса. И «Стань биологом», и видеокурс «Наилучший». Это очень качественные выступления, мои личные выступления, очень подробные, которые сопровождаются определенными иллюстрациями. И я рекомендую их всем, кто действительно живет в различных регионах России и кто за короткий срок хочет сдать ЕГЭ по биологии на высокий.